Я в основном работаю с натуральными тканями, натуральный шелк, хлопок или смесь натуральных тканей. Пользуюсь в основном исключительно ручной вышивкой, которую делают у нас в разных областях мастерицы, девочки. В первую очередь мы берем ткань, естественно, вдохновляемся ею, накалываем это все на манекен. На манекене разрабатывается дизайн, весь дизайн. Естественно, по ходу работы как бы ученики, например, моя сестра или еще мама, да, вот все вносят как бы свое мнение. В большинстве это всегда так. Редко, когда я работаю одна. Вот. Естественно, мы учитываем все мнения, все пробуем, потому что это должно учитываться удобство, швы, насколько они правильные. Вот. После этого мы это все начинаем собирать швейной машинкой. Какие-то основные швы делаем швейной машинкой, но какие-то декоративные или какие-то более, скажем так, углубленные швы мы это все делаем вручную, потому что, ну, это качество, и ручная работа должна быть все-таки ручной. В конце даже вышивку или какие-то камни, или все, что вот бисер, все, что пришивается, тоже это все делается вручную. В итоге отглаживается, и, естественно, это все идет на подиум. У нас каждое изделие в единственном количестве, в единственном размере, оно не повторяется. У творческого человека есть своя изюминка, вот какая-то маленькая, да? Но плюс в чем? Во-первых, работаем только эксклюзив, в едином количестве, это очень важно. А во-вторых, экологически чистые продукты, потому что ткань, нитки, все выбирается прям вот натуральное. Это очень важно. Не только для человека, но и для здоровья. Я думаю, это самые важные моменты. А дальше это быть единственной, неповторимой и индивидуальной.